Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой программного обеспечения для бизнеса. Вашему вниманию сейчас представим дополнительную возможность наших CRM-систем. Это интеграция с популярными соцсетями и мессенджерами. Первое преимущество таких интеграций – это возможность отправлять сообщения клиентам туда, где они находятся чаще всего. SMS могут даже не открыть, e-mail, возможно, даже не прочитают. А вот отправить некое уведомление в WhatsApp или Telegram – это гарантия высокой доставляемости и открываемости сообщений. Еще, в отличие от того же SMS-сообщения, через мессенджеры можно отправить значительно больший объем текста. Есть возможность прикрепить изображение, ссылку и даже кнопки. А самое главное, клиент вам сможет ответить. WhatsApp и Telegram считаются такими домашними мессенджерами. Они не заспамлены, там только свои. Поэтому любой бизнес стремится отправлять уведомления именно туда. И компании-владельцы этих чат-платформ, конечно же, этим пользуются. Компания Meta, которая владеет WhatsApp, будет тарифицировать каждое ваше сообщение в зависимости от его типа. Если это просто напоминание, например, что клиент записан на прием, цена будет одна, а в случае маркетинговой рассылки цены будут уже другие. Но мы всегда стараемся экономить финансовые средства наших дорогих клиентов, поэтому даем возможность использовать как официальные каналы рассылки, где оплата будет взиматься за каждое сообщение, так и неофициальные, лишь с небольшой ежемесячной платой. А еще, кроме рассылок, вы можете заказать сохранение всех диалогов в самой программе УСУ. Например, вы продвигаетесь в определенных социальных сетях, оттуда обращаются клиенты, но все зависит от вашего менеджера, и вы не знаете наверняка, а все ли обращения он обработал, а правильно ли он дал ответы. С новыми интеграциями все будет максимально прозрачно, и вы сможете контролировать все этапы общения сотрудников с покупателями. Более того, появится даже возможность ввести контроль качества, получая отзыв из первых уст от самого клиента, чтобы после выполненной услуги клиенту улетало сообщение, в котором он мог бы оценить качество работы, либо с двумя вариантами ответов – доволен или недоволен, либо по пятибалльной шкале. Это уже на ваше усмотрение. И, наконец, вершиной интеграции с мессенджерами является создание собственного бота, который сможет освободить ваших сотрудников от рутинной работы и сэкономить ваши деньги. Это может быть бот, который сообщает о статусе исполнения заказа, принимает новый заказ, информирует о количестве накопленных бонусов, отправляет покупателям некие документы или файлы с результатами, и так далее. Возможности современных мессенджеров ограничены чаще всего лишь вашей фантазией. Итак, мы показали лишь часть имеющихся возможностей по интеграции современных мессенджеров и социальных сетей с нашими программами. Если у вас есть вопросы, звоните или пишите нам. На странице контактов нашего сайта usu.kz представлено множество телефонов, по которым можно получить консультацию. Мы работаем с организациями по всему миру, от малого бизнеса до крупного. Используйте наши современные технологии для увеличения прибыли своего предприятия. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.